В кулинарном техникуме Чебоксар преподаватели не только учат студентов готовить. Привить молодым людям любовь к прекрасному – такую задачу ставит перед собой социальный педагог Татьяна Николаева. Ее персональная выставка открылась накануне. Татьяна Николаева – социальный педагог, занимается детьми, несет за них большую ответственность и очень сопереживает каждому. Но сегодня сами многие студенты пришли поддержать Татьяну Юрьевну на открытии ее персональной выставки. Необычное хобби у Татьяны Николаевой появилось почти 5 лет назад. Каждую икону мастерица делает месяц-полтора. Все зависит от того, насколько загружено бывает в техникуме. Но признается, что вышивает каждый день хотя бы один стежок. Готовая работа дарит своим друзьям. Когда этим увлечена, то ответственности и труда не чувствуешь. Это приносит удовольствие. А еще больше удовольствия, когда в дар принимают эту работу люди. Я люблю эту работу, я люблю этим заниматься, это успокаивает очень хорошо. И потом, знаете, так, в моей работе, когда вот слишком много народу и такая ответственность, то мне надо чем-то успокаиваться. И это мне приносит большую радость. Самое главное, отмечает мастерица, чтобы эти работы увидели дети. Именно молодежь в первую очередь должна соприкасаться с прекрасным. Когда я вот зашла сюда, посмотрела на иконы, я просто была удивлена. Я не знала, что она так занимается. Я вот когда в школе училась, я делала браслеты, но это было очень сложно. Если делать рисунки какие-то, я думаю, это вообще как-то нереально делать. Надо столько терпения. Так что в кулинарном техникуме преподаватели учат не только готовить, но и приобщают к высокому искусству. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика.